Доброго здравия. Уход за бубном, часть первая. Ваш бубен, допустим, уже не смазывался на протяжении там 3 месяцев. Вот эту операцию желательно делать как минимум 2 раза в год. Особенно в сезон отопления. То есть берем бубен, кладем на картонку. Берем рапсовое масло или оливковое, если у вас есть на это средство. И вот это заливаем дело. Вот один уже залит и лежит. Заливаем, распределяем. Ну, можно залить прям так хорошо, чтобы не распределять, если у вас много масла. И оставляем на сутки. Доброго здравия, бубен, уход, вторая часть. Вот у нас бубен постоял сутки. Сливаем масло, не выливаем, оно нам пригодится еще на следующие разы. Можно использовать много-много раз, пока оно не истратится. Ну, собственно, вот сливаем. Вот. Когда масло сольется, кладем сюда туалетную бумагу или салфетки. Ну, и ожидаем часа 2-3, пока все масло не впитается. Я обычно, когда сливаю, я ставлю в таком положении, в наклонном, на полчасика, потом кладу салфетки. После этого салфетками протираем всю кожу внутри. То есть заливка готова. Переходим к следующему этапу. Уход за бубном, часть 3. Вот эту процедуру необходимо проводить хотя бы раз в 2 месяца. Хотя бы. Вот, можете чаще, если хотите. Можете. Что нам понадобится? Ланолин. Покупаем его на зоне, так же, как и рапсовое масло. Вот такой вот ланолин безводный. Вот. Далее. Берем бубен. Вот он у нас сухой. Надо растопить немножко ланолина. Это можно делать как на бане паровой, либо просто зажигалкой, но это будет не очень удобно, лучше на паровой бане, либо просто, не знаю, там феном, обычным феном для волос. Я обычно топлю горелкой. Топим горелкой, много не надо, вообще прям очень надо мало, можете даже маленькую баночку купить, для одного бубна пойдет. Я покупаю вот такие вот банки большие. Дальше что берем? Берем, наливаем на бубен, не надо много, потому что он будет очень жирный. Вот примерно вот так каплями покапали. Вот я покажу сейчас столько. Вот. И теперь все это берем ручками. Это полезно для рук. Быстро-быстро растираем. Почему быстро? Потому что если будем медленно делать, то ланолин очень быстро застывает. И вот я вот таким вот образом поворачиваю его. Сначала растираю. Потом на свет смотрю, где не дотер, тоже растираю. Потом руки можно вот так вот смазать. Вот. И у нас слишком жирный он получается. Вот этот жир берем руками, снимаем и ободочек промазываем. Так, по ободочку ведем. Обод можно не промазывать, там не имеет такого существенного, как бы, не обязательно. Вот. Можете хорошо обод промазать, если прям желание у вас такое есть. Я лично вот так вот, что остается на коже лишнего, то на обод и переношу. Такое немножко сакральное действие. Вот, ручки смазали. Ну и все, оставляем его на сутки. На следующий день берем строительный фен, ой, не строительный, обычный фен для волос. Если у вас его нету, например, вы мужчина и такой же лысый, как я, вот, зачем вам фен? Соответственно, берете просто плиту, включаете, и над плитой аккуратненько, на большом расстоянии, подтапливаете ланолин, чтобы он такой стал мягкий. Потом берем тряпку, любую тряпку, ну пусть будет у меня бумажка, допустим, и все это дело вытираем на следующие сутки. Вот это надо делать раз в 2 месяца хотя бы. Тогда бубен служить будет очень-очень долго и не будет сильно реагировать на влагу. Видите, как звучит хорошо. Вот, бубны вы можете приобрести у меня на сайте. Ссылка будет в описании. Всем доброго здравия, берегите свой инструмент. Пока-пока.